Здравствуйте! Сегодня хочу начать свой ролик с того, что вот этот самый цветочек, я его назвала шальная цветунья без корней. Посмотрите, как расцвел этот замечательный цветок. Посмотрите. Все цветочки плотные, красивые. Сейчас я вам покажу. Смотрите, как красиво он цветет. Замечательно. И с этой стороны вот цветочки еще набухли. Видите, какая прелесть. Этот сорт похож на Hot Kiss, но немного другой. Видите, серединочка и ободочек есть такой красивенький. Серединочка очень совсем другая. С белыми пятнышками. А теперь посмотрите на корневую. Корней нет. Вот эти дохленькие корнюшечки, это можно считать, что их вообще нет. Я как вынула с горшочка и в шоке. Лист вялый, сморщенный. Он у меня простоял неделю, немножечко отошел. А был вообще такой вялый, я как вынула его, ох ты мой. Но за эту неделю он распустил вот эти самые почки цветочные. И посмотрите, какая красота у меня получилась на этот момент. Конечно же, я это срезать не буду, а будем спасать от вялости листьев. Нового листочка нет. Но вот за то время, как он у меня простоял, вот этот корешочек пришел такое хорошее состояние. Он мне даже понравился. Я его поливаю с препаратом HB101. И у него все хорошо. Стоит он у меня в такой горшочек двойной с автополивом. Вниз я наливаю водичку. И он у меня практически не достает воды. Сейчас надо подпереть под стеночку, так как он не держится сам по себе. Я его еще не восстановила. Пока я его поливаю препаратиком HB101 раз в неделю. И он у меня цветет. Это красота. Шальная. Неотразимая красота. Обрезать я его не буду. Мне это жалко сделать. Я хочу посмотреть, восстановится ли этот цветок с цветоносом или нет. Вот это мне тоже очень интересно. И покажу вам на своем канале, как это будет происходить. Сегодня у нас 23 мая. Через недельку я вам его покажу. И посмотрим, что с ним происходит дальше. Вот листик этот еще вялый. Этот тоже, видите, сморщенный. Пока я его оставлю в покое, пусть еще немного постоит, так как вот этот корешочек пришел в себя. На стволике, то есть на корневой шейке, черноты никакой не замечено. Ну, конечно, есть местами, но не сильно. Ну, в общем, мне нужно понаблюдать. Кому очень интересно, понаблюдайте вместе со мной. А сейчас я вам расскажу о других растениях своей коллекции. Здесь я подготовила все свои реанимашечки, чтобы вы посмотрели, как они себя чувствуют. Вот эта реанимашечка, это каменная роза, которая растет в перлите, приходит в себя. Она была вся как тряпочка, листики висели полностью. И посмотрите, как приподнялись листочки. Я за нее очень рада. У нее точка роста, к сожалению, наверное, не будет ничего, так как здесь был мокнущий листочек. Но посмотрим,
Корней я еще таких хорошеньких не вижу. А вот корень, смотрите, появился, видите? Я сама не видела, с вами только заметила. Вот какой хороший, замечательный, жирный корешочек. Вот это она нарастила в перлите. То есть в перлите неплохое дело наращивать корни. А ну-ка с этой стороны посмотрю. Нет, с этой стороны не видно. Я не хочу вынимать. Но поверьте мне, если растение не теряет тургор листочков, держит свою форму, значит у него все в порядке. И вот результат. Один корешочек вырос. Это каменная роза, напоминаю вам. Листья я ей не мою, я боюсь, не опрыскиваю ничего. Просто поливаю перлит. Сейчас я на другом растении покажу, как я перлит поливаю. Это растение просто я полила, больше не буду трогать. Дальше. Вот у меня растение. Черная орхидейка, которую я сажала в пеностекло. Вот видите, я подписывала. Black Mambo, черная. Здесь шейка начала гнить. Я обработала Максимом. Пока никаких таких быстрых изменений я не вижу. То есть на ней сильно останавливаться не будем. Я ее держу тоже над водой. К воде она не касается. Эта орхидеечка у меня Hot Kiss. Я ее обрезала от основного корня и корень оставила в горшочке. Корень не портится, жду от него деток. Это эксперимент. Конечно, можно было посадить, но я немного еще подержу ее. Вот начали раскукливаться корешочки, видите? Еще немножечко, и я ее посажу на постоянное место. Здесь вот корешочек раскуклился. И она хорошо себя чувствует, этот Hot Kiss. Цветонос она вот была выпустила и засушила его. Но он остановился в росте. И мне пришлось, вот так она росла. Длинная палочка была. Вот видите, стволик, стержень. Вот так она росла. Она вот такая высокая была. И она все время переваливалась на бочок. И я ее решила отрезать. Оставил в горшочке корневую систему. А эту часть держу над водой. И она вот раскуклила корешочки и пошла в рост. Молодой листик, посмотрите, на какой заметный размер увеличился. Вот в этот горшочек я ставлю Hot Kiss. И вот эту черную мамбу, название. И вот этот. Как я поливаю эти корни? Корни я поливаю. Ну-ка посмотрим, что здесь. Беру просто водичку. Это закрытая система. И вот так поверху. Сверху я обложила мхом. Вот я наливаю вот столько воды. Она у меня растет в керамзите. Затем беру этот горшочек, придерживаю вот так пальцами и сливаю воду до конца. Все, вода слилась. Все, что осталось на дне или стечет по камням, по керамзиту, остается в горшочке. Вот так я поливаю эти корешочки. Это закрытая система. Здесь новых корней я не вижу. Вот чуть-чуть, видите, зелененький. Хороший корешочек. Этот черный, он отомрет, так как это старый корень. Вы видели, какого состояния растение было большое. Все корни хорошие остались на растении. Ну, ничего, подождем, деток. Не подходит так. А само растение мы посадим в следующий раз. В какую систему? Тоже будет для нас новинка.
Это у меня тоже черная орхидейка. Она растет. Кто смотрел мои видео, те знают, про какую орхидейку идет речь. Здесь она болела. Вот этот листик я срезала. Здесь много было споднизу пупырышек. А этот листик поломался. Посмотрите за это время, какой большой вырос лист молодой. И раскуклившийся корешочек. Дальше смотрим, что с ней. Я раскапывать ее не буду. Киром этот перлит совсем сухой, видите? И мне нужно его полить. Как поливать орхидею, которая растет в перлите, я вам скажу, сейчас покажу. Беру водичку отстойную по краю горшочка, чтобы на орхидейку не попасть. Льем. И с этой стороны. Вот видите, появляется водичка на дне. Уже пол горшка. Еще немного. Вот. Перлит должен промокнуть полностью. Все, вот так он стечет у меня. И я вылью просто. Эту водичку, которая стекла, я вылью просто в другую емкость. И ставлю этот горшочек обратно. Видите, это одноразовые стаканчики. Наверное, 200-граммовые. И вот так у меня растет эта орхидейка. И у нее все хорошо, все замечательно. Здесь у меня также стоят цветоносы от королевской орхидейки, которые я хочу дождаться деток. Они стоят у меня в бутылке в такой от молока. На дне водички немного и уголь активированный. Я с ней от них жду деток. Вот пока оно пускает всякие цветочные почки. Они распускаются. Но я жду детку. Я с ними ничего не произвожу. Цитокининовой пастой не мажу. Просто жду. Я их поместила в горшочек. Вот такую вазочку. Ну, это как бы больше декоративная вазочка получается. Но все равно красиво. И также у меня здесь стоит орхидейка. Это природная орхидейка. Она очень пахнет. Она называется мукала. Посмотрите, какая она красивая. Смотрите, какая форма лепесточков красивая. Вот это. Она не круглая. Она небольшая орхидейка. Не круглая. Такая красивая, красивая. У нее листочки такие пятнышками. Я сначала думала, что это болезнь какая-то. Но посмотрите, какие красивые пятнышками листочки. Молодые листочки тоже пятнистые. Это природник. Природная орхидеечка. Она в природе растет. Вот так вот. Я хочу вам показать орхидейку вот Леодора. Видите? И вот эта орхидейка. Разница в размерах. Хотя Леодора это тоже маленькая считается. Она небольшая орхидейка. Еще хочу сказать, орхидейка Леодора меня очень порадовала. Она выпустила еще один цветоносик. У нее 4 цветоноса. Нет, 3. И она вот выпустила 4-й. Я цветоносы никогда не обрезаю, так как она продолжает наращивать их и выпускает револьверные цветочки. Вот когда эти цветочки засохнут, отпадут, на другой веточке в это время появятся цветочки. А до тех пор она будет держать вот эти открытые пахучие цветы. Какие красивые они. Замечательная орхидейка. А также на окошке заканчивает свое цветение моя желтая орхидейка. Вот такая восковая. Она еще цвела до Нового года.
Сегодня уже 23 число мая. Это уже 5,5 месяца. Посмотрите, как она приподняла свою корневую шейку, насколько. Видите? Она прямо в воздухе растет. Вот я палец вставила. Здесь ничего нет, пусто. Ее скоро надо будет пересаживать. Я пока ее не трогаю. Вот она очень много нарастила воздушных корней. Вот еще опускает воздушные корни. Когда нарастит такое количество, что мне уже подойдет, чтобы пересадить, вот с этой стороны есть воздушные корни, я ее пересажу в другой горшочек. А пока пусть побудет в этом горшочке. Вот такие на сегодня новости. Вот эта прекрасная цветунья без корней. Из-за нее создавалось все видео. Спасибо вам большое за внимание. Кому интересно про другие цветы и новости про животных, переходите на мой другой канал. Я создала канал, называется «Жизнь в городе». Внизу будет ссылка. Кому интересно, переходите, подписывайтесь. До свидания.